Мы находимся в Крыму, на Украине. Остановились в лесу. Сейчас подъезжать будем к Чудаку. Ну вот запросились все, и я в том числе. Погулять, ну погуляй, погуляй. Ой, какой он хорош. Ах, убежал. Погулять, а? Где он есть-то? Не успеваешь за ним смотреть, как он стремительно бегает. Вот крымский лес. Пение птиц. Таких птиц у нас нету. Ой, какой молодец, а. Но ты мне не дашь или нет? Новые деревья, которые я никогда не видел. Унес палку. Это бесполезное дело, мне не отобрать. Здоровый такой. Ну пойди сюда. Все, лесоповал начался. Лесоповал. Пошел. Вот тебе из Сибири-то приехали. В Крыму находимся. А сегодня главное, везде на библиотеках написано 23-24 июня. Выходные. День Святой Троицы. Я этого не видал никогда. Но раз День Святой Троицы, это замечательно. Но нам-то ехать надо. Мы начинаем по домам искать. Вот сейчас было, как ты, расскажи, Витя, как нашли библиотекаря-то? Заходили в близлежащие дома. Ну, давай-ка нас я на туда тебя направлю. Пошел, да. Давай-ка. Нас туда направили прохожие, которые рядом проходили с библиотекой. И я постучался, а там молодая женщина открыла. Говорит, да я не знаю, я стал спрашивать телефон директора, и где живут, адрес. Может, служащая библиотеки, она знает адрес. Нет, не знает. А мои родители, говорит, отсутствуют дома. Ну, я говорю, вы можете позвонить. И тут как раз заходит женщина, мать, которую вы на улице встретили. И она дала телефон вам. Она сама и позвонила, эта женщина, очень расположена. И переговорила с библиотекарем. Оказывается, директор за городом не может приехать сейчас в библиотеку. Где-то, видимо, отдыхает или в гостях там. И мы у этой женщины, директор сказала ей по телефону, оставить книги у этой женщины. Доброй самарянки, так можно сказать. Да. И вот оставили книги, слава богу. Притом сейчас... не один раз уже так у нас стучалось, даже. Да. Приблизь собаку, я не знаю как. Вот он, пришел, приблизился. Сюда пошел, моя. Пришел. Выходи сюда. Рядом. Рядом. Что тебе? Трижды отдавать команду. Сидеть. Сидеть. Сидеть на месте. Лежать. Вот он какой, послушай. Стоять. Стоять. Сидеть. Рядом. 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 Ну-ка давай рядом. 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 Вот собака. Это Сергей Павлович Пупков выделил собаку. Цены нет собаки. Пошли гулять. Ласковый, внимательный. Ночью спокойно отдыхаем. Ну вот за хвостом бегает. Ураган. Баловник. Баловливый такой. Каждый день я его вычесываю. Видишь какой? Вот сегодня сливки не ел, а то ему пай отдаю. Клопья кукурузная сегодня тоже. Ну, Игнат Тихонович отдал ему свой пай утренний. Утренний, да. Он у меня, видишь, какой ласковый. Вообще, исключительно ласковый красавец. Ну, проехал он ураган по дальнему зарубежью. Был в Чехии, в Польше, в Германии, в Австрии, в Румынии, в Венгрии, в Болгарии. Да ладно тебе, слушай. Перестань, на тебя люди смотреть будут, а ты баловной такой. Видишь, как он гладкий блестец-то наш. Стой, смотри. Когда расчесываю его, голову поднимет и старается меня лизнуть в это время. Чистяк. Ага. Он не любит, когда снимает. Камеру не любит. Не знаю почему. Так, уходим. Пошли. Нам некогда. Пошли, Христос.